Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Mercedes GLK. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную переднюю арку. Так это выглядит, видите, максимально обрабатываем поверхность. Наносим и данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блок-шот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!